Ямал выступит пилотным регионом, в котором начнут составлять реестр коренных малочисленных народов Севера. План работы уже создан. Со временем к нему подключатся еще несколько регионов. Задержка произошла из-за пандемии коронавируса. На предстоящем съезде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который пройдет в Москве, делегаты, что называется, сверят часы. Ведь в реестр должны войти не только 18 тысяч ямальских тундровиков, а все 50 тысяч коренного населения, проживающего в том числе и в городах. И если один раз человек подтвердил свою национальность, попал в этот реестр, то уже тогда он может пользоваться другими благами и охота, и рыболовство без подтверждения своей национальности, и эти льготы будут автоматически. Поэтому сейчас предстоит работа и с Росрыболовством, и по охоте, и по пенсионному законодательству, и по другим направлениям, чтобы вот этот закон заработал.